На прошлой неделе у Дины Подпрудиной остались вопросы насчет санэпидемиологической экспертизы. Для того, чтобы выяснить, нужно ли нам санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление деятельности по обжарке семян подсолнечника, мы обратились в Роспотребнадзор. Здравствуйте, можно? Ольга Георгиевна, я участница проекта «Стартап». У нас открывается цех по обжарке семян подсолнечника. Скажите, пожалуйста, мне нужно какое-то разрешение? В настоящее время действующим законодательством не предусмотрена выдача санитарно-эпидемиологических заключений, как ранее выдавалось, на деятельность, связанную с обжаркой семян подсолнечника. Предусмотрен уведомительный порядок открытия. Так как Дина готовит пакет документов для оформления кредита, то она поинтересовалась, как долго ей ждать письменного ответа на уведомление. Ваше обращение, поступившее в управление Роспотребнадзора, будет рассмотрено в срок не более 30 дней. Так как данное дело касается разъяснения, вам будет предоставлена данная информация, возможно, короткие сроки. За этот день Дина успела посетить еще одну государственную организацию. А сейчас мы обратимся в органы пожарного надзора и узнаем, требуется ли разрешение от их ведомства на осуществление моей деятельности. Нужно ли мне какое-то дополнительное разрешение от органов пожарного надзора для того, чтобы начать работу? Согласно федерального закона номер 99 о лицензировании отдельных видов деятельности, разрешение государственного пожарного надзора вашей деятельности не требуется. А можно это получить в письменном виде? Конечно, вы напишите заявление, мы рассмотрим, мы вам в письменном виде ответим. А сроки рассмотрения? Ну, быстро, в течение 3 дней, я думаю, что мы вам ответим. Также Дину проконсультировали по основным требованиям пожарной безопасности на производстве. А на следующий день наконец-то случилось то, чего Дина так долго ждала. Начались пусконаладочные работы. Сейчас мы будем запускать жаровню. Устанавливается упаковочный аппарат. И будет устанавливаться эта вентиляционная установка, которая называется охладительно-очистительный станок. И буквально сейчас мы все подключим, попробуем, работает ли, вертится ли, крутится ли. Установка оборудования – это дело сложное и трудоемкое. И даже профессионалам своего дела приходится нелегко. Ой, мама родная. Но в итоге упаковочный агрегат был успешно установлен. На очереди жаровня. Сейчас мы пробуем подключить жаровню в черновом варианте, в таком, просто проверить, работает ли, потому что она целый год стояла у нас на складу. И сейчас вот ребята посмотрят, насколько она там, как сказать, работоспособна, а потом уже все сделаем, так сказать, в чистом виде. Ну, заказ нет, не сложный. Сейчас мы просто сделаем тест, пока все в таком виде. Запуск произведем, все посмотрим, если все работает, все нормально, все крутится, вертится, тены греют, то все это красиво упакуем, спрячем, чтобы было безопасно. И уже через 20 минут все было готово к первому запуску. Так, сейчас мы пробуем тестовый запуск, проверить вообще, как это у нас все функционирует. Так, ну мы все подключили, Ваня, поехали. У нас получается работает, семечки пока их нет, тены уже греют, в принципе все нормально. То есть мы можем сейчас делать здесь красиво? Да, сейчас. Да. Как бы тест у нас показывает, что все работает, все крутится, тены греют. Сейчас придет технолог, мы сейчас все это отмоем с ней, все посмотрим, и уже можно будет жарить семечки. Ну, Дина, я тебя поздравляю. Да, я себя тоже поздравляю. Итак, ремонт помещения закончен. Все оборудование работает. Разрешение в инстанциях получено. Дина, может, уже попробуем твои семечки? Смотрите нас с понедельника по пятницу после программы «Новости дня» в 20:00 на канале TVCOM, а также на сайте infpol.ru.